Последствия этого преступления катастрофичны для природы Волгоградской области и для природы Волго-Ахтубинской поймы. Мы должны это преступление остановить. В настоящее время я направил обращение в прокуратуру природоохранную. Вот. Ряд документов я направил в Генеральную прокуратуру, в Росприроднадзор, в Общественную палату Российской Федерации и другие ведомства. Можно доверять в сегодняшней ситуации нашей власти. Во-первых, обезображено будет все. Во-вторых, тут еще плюсом пострадают очень много животного мира. Животных здесь погубят просто в нереальных масштабах, количествах. И если бы наши власти рассуждали здраво и по-хозяйски, то этот можно парк было так обустроить, чтобы сюда люди стекались за здоровьем. Сказать, что вырубка дубовой рощи ничем не обоснована, это не сказать ничего. Для любого здравомыслящего человека данный проект абсурден и нелогичен. Более того, он опасен для живой природы, частью которой является и человек. Выдана якобы проектная документация, которая не прошла необходимых согласований. Более того, законом впрямую запрещено строительство линейных объектов такого уровня, особенно скоростных трасс, в природных парках. Разрешение на строительные работы до сих пор не получено. Согласие от районной администрации на вырубку зеленых насаждений отсутствует. Разрешение, порубочный билет. И фактически происходит, как мы считаем, самозахват данного земельного участка, попытка нахрапом продавить свою позицию и потом сказать, что вот мы же начали уже, давайте двигаться дальше. А дальше двигаться с той и с той стороны уже начинаются дубовые леса, возраст дубов которых составляет от 80 до 180 лет.